Всем привет! Ваши комментаторы сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Будем надеяться, впереди нас ждет увлекательный футбол. Если в этом матче домашняя команда победит, она возглавит турнирную таблицу. Старт сезона команде удался. Конечно, все еще может измениться. И сезон только начался, но пока не в числе лидеров. Смотрим состав Уфы. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Состав гостевой команды. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Аслан Дудиев. Мяч у соперника. Игбун. Вперед! Мяч летит в сторону ворот. Классный пас. Можно двигаться дальше. Спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было очень тяжело взять. И прямо... А вот сейчас может быть опасно. Тут его накрывают. Игбун. Это может быть опасно. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Они остались с мячом. Штрафной удар. Отсюда можно и пробить. Ну, ясное дело, судья назначает штрафную. Ох, от души как зарядил. Может быть, надо было бить не так сильно. А вот такие неожиданные новости к нам приходят от наших коллег. Артур Видаль переходит в Манчестер Юнайтед из Баварии. Да, все так. Шумихи было много, но толку от этого никакого. Трансфер состоялся, и это главная новость. Иван Паурьевич. Игбун.
Пока неплохо. Нужно выходить вперед! Бей! Оборона в таком, я бы сказал, пассивном режиме. Никто не выбрасывается вперед на мяч. Дмитрий Сысуев! Посмотри по сторонам, есть кому отдать пас. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Слишком сильный пас, вратарь заберет мяч. Может получиться интересная атака. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Аслан Дуди. Момент! Забивай! Это удар! Да, направляет он мяч совсем мимо ворот. Однако технически такой удар, конечно, было очень сложно исполнить. Пауревич. Есть варианты развития атаки. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Хороший вынос мяча из штрафной. Дмитрий Сысуев. Игбун! Бьет мимо ворот игрок. Ну как же так, а? Иван Пауревич. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Атака закончена. Удар от ворот. Игрок получил травму, арбитр останавливает этот матч. Покидает поле травмированный игрок. Игра возобновится спорным мячом, похоже. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Это может быть опасная атака. Игбун. Дмитрий Стоцкий. Защита надежно играет. Мяч отобран. Посмотрим за этой атакой. И это удар. Это совсем не опасно. Сильно мимо. Не получился у него удар. Он хотел пробить на технику. И техника его тут явно подвела. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Классный отбор, можно играть. 2 минуты добавлено к основному времени тайма.
И мяч оказывается у голкипера. Как здорово сыграно головой. И так точно. Конец первого тайма. Счет не открыт. 0-0. Итак, по результатам первого тайма хочу сказать, что зеркальная игра у нас сегодня. Такое ощущение, что играют команды-близнецы. Действительно, и владение мячом одинаковое, и по ударам идут достаточно ровно. И, кстати, заметь, что этих ударов очень много. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Игбун. Аслан Дудиев. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Аслан Дудиев. Не удалось забить и выйти вперед тоже. Уже не удалось. Два новых футболиста этой команды готовятся выйти на поле, причем выйдут они одновременно. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Соброс вперед. Это может быть опасно. Нужно подумать. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Похоже, тренер готов произвести замену. Юда спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Это может быть опасно. Здесь защита справляется, мяч отобран. Аслан Дудиев. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Пока неплохо. Иван Паурьевич. Есть варианты для паса. И это должен быть гол! Мимо! Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Мы видим, как реагирует тренер на этот момент. Сейчас его команда могла выйти вперед. А вот сейчас может быть опасно. Блестяще сыграл вратарь в этом эпизоде. Счет не открыт. Игбун. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Мяч летит в сторону ворот. Вот хорошая возможность выйти вперед. Угловой удар. Самое скопление. Игбун! Да, вот так удар. Да, не получилось у него прицельно пробить головой, и мяч отправился совсем не туда, куда должен был.
Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Может получиться интересная атака. Защита надежно играет. Мяч отобран. 20 минут до конца основного времени матча. Есть тут возможность к воротам убежать. И это удар! Невероятный сейв! Матч остановлен, и сейчас произойдет замена. В центр штрафной подан мяч с углового. Защита первая на мяче. Вынос. Еще один угловой. И в центр штрафной мяч. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Что на том конце поля, что на этом, ворота еще не распечатали. Голкиперы сегодня действительно в ударе. А вот сейф нам еще раз показывают. Просто невероятно сыграл вратарь. Мяч летит в центр штрафной. Он бьет. Это удар. Да, направляет он мяч совсем мимо ворот. Однако технически такой удар, конечно, было очень сложно исполнить. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Тут может что-то получиться. Аслан Дуди. И подача туда, в сторону ворот. Пауревич. Посмотрим за этой атакой. И удар нужен. Как можно было отказать себе в удовольствии нанести удар по воротам, когда болельщики на трибунах вот так вот активно к этому призывают? Только вот, к сожалению, в створ ворот попасть ему не удалось. Но было близко. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Дмитрий Стоцкий. Тут его прижимают, не дают пространства. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Ударище просто. До конца матча остается не так много времени. И этот угловой хороший шанс для команды. Мяч летит в центр. Игбун! Ну, с такой дистанции надо забивать. Тут без вариантов должно было быть. Ну, а пока ничья в этой встрече. А времени остается играть все меньше и меньше. Слишком сильно. Мяч у вратаря был. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Соперник... Это фол, штрафной удар. А стенка все идет и идет, а судья все смотрит и смотрит в другую сторону. Игрок получает предупреждение за нарушение правил, ну, как сказать, стенки, что ли, как это называется? Ну, не соблюдали они правила 9 метров, а обидно и абсолютно ненужная желтая карточка. Игбун решил пробить. Сейф, но атака продолжается. Отлично сыграно, надо решать. Дмитрий Стоцкий. Закончилась игра, ничейный результат. Может, в следующий раз узнаем, кто из них все-таки сильнее. Перед матчем оба тренера говорили, что будут играть на победу. И ведь не обманули. Результат, правда, ничейный, но бились же.
бились, да не добились. Иногда одного стремления бывает мало, его надо подкреплять делами. Сегодня же все было достаточно ровно, и в итоге на победу никто не наиграл.